Ты еще не видел, что с ним сзади происходит? Да. Офигел бы. У тебя что-то с телефоном? Да, я просто высыпаюсь после смены. А мы с Саней хотели вечером посидеть у нас в Виктории. Буду рад, если ты присоединишься. Хорошо. Я приеду. Мало того, что на кухне бардак, и что ты тут филонец у меня? Иди, работай. Thank you. Настя, София, ну? А что за бардак у нас на кухне? Только как черный пропал. Да, пошли, пошли, сериал. Главное, что если сейчас не домашний, на Украине не найдешь. Уже все шкафчики обыскали пусто. А на дно, ну, позови ко мне чугунный. Тут я по шкафчику уже два раза обыскиваю. Звоню, София. Прошу, присаживайтесь. О, спасибо. Арсений Андреевич, да? Я знаю, что в пакете, который мы достали, сейф. Да? Угу. Спасибо. Чугун мёд? Может, чего? Поделим? Хватит поясничать. У нас последний шанс признаться в себе. Добрый день. Здравствуйте, девушка. Мне пришёл другого, не пишу, что мне делать. Кто пришёл? Не работает, блядь. Ой, холодно, напугает. Я с типом общалась в сентябре, короче, там было. Мы общались, все, типа, не забыла. Фетла мне задарила, ой. Мы что-то недавно, я его заблокировала, короче, потом был похор блокировал. У меня заявку тут же бьет, что такая, похуй. Чего, ты ждал сидел, блядь? Мне приходит заявка, я добавляю, думаю, похуй была или была? Что скажешь, блядь? Пишет, говорит, такой, да, завтра увидимся, хочу с тобой поговорить. А нахуй с тобой? Мы приехали на Мисуху, где парк. Прямо вот напротив дома твоей учитель Даши, чего такое? Я такая, думаю, надо, иди нахуй. Вот. И он что-то мне говорит, такой, почему ты меня заблокировал? Он, короче, по нации черкес был. Чурка, я думаю. Он сидел, мне говорил, типа, зачем ты меня заблокировал? Это вообще беспредел, типа, ля-ля-ля, топа-ля-ля. Говорю, малыш, блядь, я сделала так, как я посчитала нужно. Иди нахуй. Он говорит такой, что я тебе ждал, что ты меня заблокировал. Я такая, родился, блядь. Начал мне тогда мозги дрочить, что тебя такая хуёва, что я его заблокировала. Родился, блядь. Иди нахуй, кого ты здесь учишь? Он говорит такой, слышишь, я такая, пиздой подышишь, блядь, ты с кем разговариваешь, очнись, блядь. Я тебе посижу, что нормально более-менее разговариваю, то есть там матов не было. Шутки считаются шутками. Матов же не было. Вот, блядь. И что-то в моменте... Он такой сразу понял, да, что ты типа, ну, со мной либо пиздишь, либо говоришь нормально, блядь. А через с ним на надо выбросить или пиздеть. Чё ты? Я вышла, говорю, выходи. Он выходит, говорит, что это, пора не ничего. Я в машине сажусь, только пока. Значит, я, короче, чуть проезжаю. После этого хуя вижу, по бокам взяли, сейчас я такой, типа, не понимаю, что приколочек. Типа, что происходит, блядь, это девочка ебанутая. Я проехал чуть дальше, блядь. Встали, короче, был. Он сел сзади. Я сижу на его сиденье, так думаю, блядь, это нормально, тебя что измещает, нахуй, я могу уехать просто и все, блядь. А он говорит, такой, может, мы пересядем, я говорю, такая, куда, кто? А он говорит, ну я типа здесь останусь, ты ко мне сядешь, я такой. Он говорит, ебать, ты много хочешь, блядь. Я говорю, я, например, хочу тебя машину гнать, можно? Если да, то я, может, посяду тебе за ним. Видел, сочи, я смотрю. Чей ты мой? Он такой весь. Сидит на нюху, у него такие глаза, блядь, почему, блядь. Глаза вообще, типа, ну, вроде нормальные. Я спрашиваю, типа, ты на курине? Потому что глаза, типа, вот такие красные. Он говорит, наверное, мне ванна придется. Я говорю, кто мы, блядь? Я захожу, пацаны сидят здравые вообще. Знаешь, как будто они в водичке это остыть, вода не будет. Сидят, я буду пить, слушай. Они сидят, у них нормально, типа, не разговаривают четко, все, типа, нормально. Этот Артем ебаный сидит, меня заебывает, блядь. Он где ты учишься? А у тебя есть вот этот бывший, типа, как это было, вообще, блядь? Ну, тахарь мне показывает, это кто, блядь? Впервые показывает мне чувака, я говорю, я не знаю, кто это. Охуеть, когда такое было. Этот негр возле меня на пуфике сидит, и думаю, блядь, что происходит? Да, попала на это. Чисто заходят типы с моего деха, стоят, типа, мне такие, о, Даша, Даша, блядь. Я заебалась вставать с каждым, здороваться за руку, блядь. Сижу в ахуе, думаю, ёбаный, вроде бы закончится сегодня, нет, вообще нет. Как будто, знаешь, как будто они этот самый есть во мне, блядь, как его? Как этот датчик ебаный, где я нахожусь, где локация, блядь. Это туда. Я сижу, поняла, слышу звук, как будто какая-то хуйня, типа, поднимается. Я вижу сбоку эта хуйня, такая, все. Негр подумал, что это за него открывается тут.
Сидит, да фу-фу, фифу, ебан, не нравится. Он говорит, ты хочешь поехать, что ли? Я хочу поехать на твои деньги. Дай мне денег. Он говорит, так мы тебе выкрыли по телефону. Урай, не нахуй. Ты мне еще в феврале об этом говорил, и девочку. Я тебе уже не верю. А там сейчас февраль. Я говорю, какой ты хочешь мой любви зовут? Я хочу тебе купить какую-то захочу. Я хочу 15 комнат. Я говорю, чего, блядь? Откуда такие деньги? Он показывает мне свой Сбербанк. Сбербанк, это МКОВ. Или что, за ВТБ, я не помню. ВТБ, военным всем туда ЗП-шка. Ну, ВТБ-шка, короче. Он на 80 тысяч, и такая. Что, дал чего? Он хотел перевести на десятку, а там короче, за сегодняшний день лимит уже все, типа, я договорила. А сегодня что, нет? Да, я сегодня не просила. А ты попроси. Он мне писал, да, мы сегодня не просили. Ну что, скажи, да. Я не могу смириться, да, пиздец, он вчера на ее, наверное. Десятку стрельни, что пойдешь. А я вчера сижу, поняла, типа, блядь, я, он когда ко мне вышел, он говорит, типа, ну поднимешься, поднимешься, я говорю, спустишься, ебать, я не буду подниматься, ну, сейчас еще, блядь, подумаю, что здесь была девочка, блядь. Я с ним, короче, он спустился, он давай меня зажимает, ебать, зажимает, спит, ну, ебать, блядь, напал на меня, как животное, нахуй. Стоит, что-то шутит, говорит, давай, типа, это сам, отель сниму, блядь, изнасилую, типа, я, ну, ты что, ебать, я себя, блядь, нахуй. Он стоит вообще обдолбанный, сигу за сигу, прям вот поняла, типа, он говорит, типа, не как вот так нормально побежал, типа, нам, после я как бы сделал, того, нахуй, да, просто зубы. Вот так попасть с крюсами, такая, класс, ты ебаная жутка такая. Просто все, все какие-то тёлки, короче, они просто в ахуе, потому что он стоит, я с ним на месте, типа, так встал, после стиля спрашивал. Он так вот, да, стоит? Он ебать, ебать, сюда, сюда, такая. Просто за ним только вот так зрением чисто, блядь. Выходит какой-то тип, короче, говорит, типа, видите, видите, типа, скоро там идет курс, типа, это снапко. Типа, пусть скоро полк ебать, ну, типа, где они играли. На территории. Говорит, типа, что, блядь, давать будешь? Он говорит, да, да, сейчас, типа, мы пошли, я думаю, поднялись. Он сейчас я тебе по каточку сыграю, а пойдем к себе гулять. Я сидела там час, я думаю, бля, уже три раза начал новую карту, я такая, ну, бля, не нахуй. Я уже с негром поболтала, бля, с этим Артемом ебаным, просто сижу такая, ну, бля, хуя мне выстроилась, конечно, с этим нихуя не делаю. Он еще орет прям по духу, бля, у меня голова так болит, я сижу такая, ну, что ты, бля, нахуй. Ну, бля, завали свои ебало. Он говорит, ну, так, ну, бля, тебе что-то плохо, я такая, думаю, ты, в общем, говоришь, мне уже от этого плохо, бля. Если ты закроешься в рот, мне будет очень хорошо. Я ему говорю такая, типа, бывает, ну, типа, голова, блядь, пожалуйста, иди себе потише, блядь. Ну, тогда хорошо, походу, 10 минут, блядь, сука, ну, блядь. Я просто, я же в шубе сижу, хочу так, как еще лёг, сижу, просто вот так, вообще, наверное, я не с ним, я не знаю, для человека вообще. Кто-то слышал, говорит, Даша, Даша, блядь, такая группа, причём, понимаю, сидит Бородан, блядь. Артём дрочит в Бородан, блядь. Он сидел в этом. Короче, мы сидим, типа, телек, там, как мы с тобой заходили, когда заходишь, тут же, типа, диванчики были, а сейчас, наверное, все переделали к хуям собачьим. Ты заходишь, ну, ты тут компы, блядь, сразу, типа, вот так, ряд компов, блядь. Там, наверное, больше на компы идут. Больше компов, там два телека всего. Вот и... Это получается... Заходишь в телек, там до конца... В закрытой идешь. Комнате и в открытой? Ну, закрытой, да, еще тоже помните, телек. Заходишь, диван, телек. Туда компы. Ты идешь, короче, вот за телеком идет вот так вот два ряда компов, короче. Типа сзади и спереди вот так два ряда компов. И там сзади, в конце, типа, вот тоже телек, типа, и диванчик. Пиздец. PSP5, если не я просто смотрю на PSP5, сижу такой, ну, там уж с пиздью нахуй. Бля, ну, мне так она манилась и светится. Я такая, бля, какая ты заманчивая, сука. Она заебалась сейчас. Этот негр, ебать, он говорит, такая, что пиздец. Реально мне вырубили. Я лапну. Мне типа было странно спросить, типа, откуда он, блядь? Что сейчас было не вон, что ты ебал. Прям негр. Реально мне вырубили. Я как Алекс, нахуй. Только этот темнее был. Нихуя себе. Более шукала сидит такой. Блядь, с бородой. Я думаю, блядь, ещё не заметь эту бороду справа, блядь. В темноте его точно хуй увидишь. Сидит, улыбается сюда. Или сдерживаюсь, отвечаю просто, когда сам разговариваю, сижу, я не спину вообще на него, потому что я себя заржу нахуй чувствую. А голова так болит, что у тебя вообще, знаешь, больше типа вот так сидит, просто вот так делать, и все, блядь, это максимум, блядь. Этот Артём, блядь, он говорит, он сидит, типа, он видит, что-то,
Витя, не спрашивайте, а сколько тебе лет? Подожди, блядь, я говорю, только добрый вечер, мне 19, сколько 20. Он говорит, а то мне Артём говорит, что тебе 17, блядь. Сидла, блядь. Артём показывает какую-то девчонку, которая похожа на меня, говорит, это она, ей 17 лет, это она, блядь, у него типа парень другой есть, нахуй, ты с ним типа встречаешься, не сидел. Он говорит, покажи мне страницу, блядь. Он показывает страницу, блядь, это не наша его, это и близко, она говорит, а вдруг это её фейк? Чё, ебанутый, блядь? У меня столько делать мне, когда блядь. А ты сидишь? Я вчера нагнала, блядь, почти 10 часов, прикинь, без выгода. Да, раз я сижу трансляцию, буду и все. Ну, а после я пока шла по этому центру, блядь, мы так все заливали. Они существуют, они уже заливали. Я будто бабку пыталась обогнать, сука, там же тротуар узенький, хуй обгонит, что тут лайк будет. Пойдет ты как. Бля, я сегодня так с кайфом спала. Знаешь, в чем прикол, блядь? У меня будильник первый стоял в 7 утра. Я резко вскочила, я была готова нахуй. Бегать, сидеть, блядь, хоть на потолок залезть. Еще поспала 15 минут. Думаю, надо все-таки поспать, не упускать момент. А потом через 15 минут я стою, такая, куда мне надо, я никуда не хочу. Да, я что-то под речком сильно в пол, со стола встала, потому что мне надо поспать еще, а спать вообще не как мужчина. Загнали.